ну, злая судьба, она расчленяет людей на три части. Вот смотрите, если человек ни во что не верит, это значит, что он в депресснике. То есть таких людей просто этот вирус убивает. Дальше второй вариант. Человек ничего не боится, он говорит, да ничего не будет, это значит вера в удачу, да? То же самое. Ничего не боишься, ну получи в это время. Вот и третий вариант, это вера во что? Бога, в здравый смысл, в спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Означает, все будет нормально. И когда человек находится в спокойном состоянии, что он делает? Получает знания. Потому что знания только спасают человека. Я вам сейчас расскажу еще кое-что про вирус. У меня, я заболел какой-то вирусной инфекцией, но не этой, в Калининграде. Я там, ну, сразу начал там сосну есть, а той инфекции сосна помогала. Вот, сосну начал есть. Мы почему сосну расставили? Потому что есть же разные виды гриппа. А сосна тоже помогает. Вот она просто, находясь здесь, она дезинфицирует обстановку. И я сейчас вам кое-что интереснее расскажу. Я должен был читать лекцию. У меня начала повышаться температура. Я чувствую, что я не справляюсь с инфекцией, да? Запустил ее. И это был день, когда мне надо было бежать 16 километров. В этот день был сильный ветер и дождь. Я побежал. Я изучаю просто эту жизнь, этот мир. У меня началась инфекция, я побежал, потому что я бегаю раз в неделю. Пришло время, я побежал в этот ветер, дождь. И обычно у меня во время бега пульс 135, и он постепенно доходит до 170, а потом падает. И к концу пробежки где-то 150, вот так вот. Это нормальное движение пульса, если ты делаешь хорошую нагрузку. Вот я бегу где-то час 50, 16 километров, час 46 где-то. Вот. И в этот день у меня пульс сразу же пошел подниматься. Почему? Потому что вирус, он имеет свою энергетику. И он, ну, вот смотрите, чтобы, допустим, энергия двигалась по организму, то есть нужно, когда ты бежишь, ты двигаешь энергию по организму, и если энергия двигается туго, то сразу не справляется сердце. И я только побежал, у меня пульс 170 сразу, потом 175, 180. И я знаю, что пульс больше 185 для меня – это уже плохо. Это означает, что мой организм идет в уничтожение, в самоуничтожение. И я думаю, не могу справиться с вирусом, не могу, ничего страшного. Я спокойно просто жду, когда у меня пульс или вниз пойдет, или вверх. 181, 182, 183, и потом 181, 180, 175. И я смотрю, мне легче становится, температура начала спасать. Я просто бегом вылечил вирус. Я просто движение совершал и прошел вот эту нагрузку сильную и не сдался. И в этот момент тю-тю вирус. Все. То есть я сосну не жрал в это время, а просто совершал аскезу. И просто своим движением убил вирус. Побеждает сильнейший, да? Почему я это сделал? Потому что у меня было знание, что если ты совершаешь аскезу, и у тебя есть для этого достаточно здоровья, то тогда ты можешь уничтожить вирус даже просто своей внутренней силой. Понимаете, человек идет непрерывно, или неподвижное положение тела совершает, или постится на воде, и все, и он как бы побеждает. У меня есть один друг, который заболел в Индии неизлечимым видом кишечного заболевания. То ли ТИФ, то ли там еще что-то хуже. И его лечили там и антибиотиками, и аллергическими препаратами. Но постепенно он загибался. И когда он был совершенно истощен, то врачи, вот эти аллергические врачи, они вытащили его на солнце, прямо на распаленное солнце, на открытое. 50 градусов жары. Понимаете, он не индус. Положили его на солнце. Я вам не говорю, что так надо делать, я вам просто рассказываю, как бывает. Положили его на раскаленное солнце и сели по четырем сторонам света, начали читать молитву. И сказали ему, или сейчас настройся на молитву, думай, радуйся солнцу, или помрешь. Представляете, они так пару часов посидели на солнце.
И он начал выздоравливать тут же. У него тут же все восстанавливаться пошло, и он начал жить. Как ожоги? Никаких ожогов. Тут организм всасывал энергию солнца просто во время молитвы. Он настроился на молитву, и молитва побеждала это все. Я вам не говорю о том, что вам надо копировать это все. Я вам о том говорю, как бывает, что человек может победить все, что хочешь, если захочет. А если он испугался, то он проиграл. Почему человек не пугается? Потому что имеет знания. Я вам говорю о том, что не надо бежать в температуру по Тюмени. Я вам говорю крайний случай для того, чтобы вы знали, что есть победа даже над чем хочешь, над неизлечимым заболеванием или над тяжелым вирусом. Но это не для того, чтобы это копировать. Я просто вам сказал как пример это, понимаете? Но есть вещи, которые реально работают. Вот, допустим, имбирь лечит именно вот этот вирус. Вы скажете: Олег Геннадьевич, я врач, вы им такую муру сейчас несете. Я не муру несу, я тоже врач. Кандидат медицинских наук. Я точно знаю, что это работает. И поэтому я написал письмо в правительство, чтобы они обратили на это внимание. Если обратят, значит, все об этом узнают. Что я не могу всем сказать об этом. Могу сказать только вам.